Ну, знаете, Крым – это одно из моих любимых мест вообще на Земле. Я когда-то, учась в Авгеке, снимался в фильме, это был на втором курсе, в 65-м году, ровно 50 лет назад, кстати. Значит, я год прожил в гостинице «Ялта», снимаясь в главной роли в фильме «Прощай» на, значит, киностудии. И для меня это стало как бы вот так, ну, есть несколько таких точек в мире, да, которые там мои любимые, родные, там, понимаете, там в Петербурге, Петроградская сторона, или в Париже, значит, район площади Шатле, или, значит, вот в Москве, Патриаршие пруды, или Крым, Ялта, в частности. Я, честно говоря, никогда, всегда считал, что Крым мой. Вот это мое место, где я, так сказать, полноправный хозяин, ну, не в смысле владею этим, да, а я человек, который, это моя земля, так скажем, да. И это, если началось с 65-го года, то это никогда не изменялось. Вот. И до сих пор, значит, я считаю, что Крым не наш, а вот Крым мой. Через несколько дней я уезжаю в Крым на фестиваль в Севастополь, где мне будут вручать премию за вклад в отечественный кинематограф. Так что поймите, понимаете, что я, к Крыму у меня отношения особые.